Приветствую вас, мои зрители и подписчики канала. Последние пару недель я поднажала, увеличив скорость вязания. И, конечно, в праздничные дни было больше времени заняться любимым вязанием от души. И вот я довязала плед и даже успела подарить. Вот так он смотрится на односпальной кроватке. Всего 24 больших квадрата и размер пледа 140 на 200 сантиметров. Соединив квадратные мотивы, я обвязала плед по кругу несколькими рядами. Получилась небольшая кайма, которая увеличила на несколько сантиметров длину и ширину пледа. Последний ряд более плотной вязкой, чтобы край не волнился. Постирала готовый плед в стиральной машине с добавлением кондиционера. Плед небольшого размера, и получился он не тяжелым. Спасибо за интерес к моему каналу и творчеству. Желаю всем рукодельницам вдохновения и реализации всего задуманного. До новых встреч!